преддверии Дня Победы и в рамках мероприятия «Связь поколений» для ветеранов и детей войны Общественная палата совместно с гимназией номер 1 и интернет-провайдером «Велком» провели праздничное мероприятие. Подробности в нашем сюжете. На входе в гимназию номер 1 наших героев учителя и ученики встречают с подарками. Открытки, созданные руками школьников и воспитанников детских садов, коробка конфет и георгиевская ленточка. Поздравительная акция для детей войны и ветеранов по инициативе Общественной палаты проходит уже в четвертый раз. Но с каждым годом, признаются организаторы, гостей становится все меньше. Уже редеют ряды этих ветеранов, и это очень-очень плохо, и жалко, и обидно. Ну а так они очень радуются, что им уделяют какое-то внимание, что их приглашают на праздники в преддверии вот этого большого, великого праздника 9 мая. Поэтому они рады. В актовом зале образовательного учреждения для гостей школьники подготовили тематический концерт. Читали военные стихотворения, отрывки из писем детей войны, пели до боли знакомые песни, разыгрывали сценки и танцевали. На протяжении всего представления аплодисменты не смолкали. В зале плакали и смеялись, и благодарили. Яна Ромашкина, Александр Тестов, телеканал «Откарий».